односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.